Приветствую всех, мы тут с Кристиной Ивановной на очередную экскурсию. Выходные, куда мы приехали, кто угадает. Ага, местный уже 100%, краснодарский. Что там? Опа, там у нас... А, не приближай. Там подвал очень классный. Катакомбы. Там очень классный подвал, скоро мы туда зайдем и покажем, что там. Таинственный классный бункер. В скале. Берется с труда. Вот здесь один из них, Анашкин. Здесь были и космонавты, другие почетные гости и даже ждали Леонидовича Брежнева. И номер приготовили в гостинице. И стол накрыли, ждали. А он остался с боевыми друзьями, с кем воевал в Новороссийске. Он был в политотделе армии, которая на Новороссийской защищала и брала. А чтоб никто вобрал Брюсов в Новороссийский не забыл, сколько стоит бутылка шампанского, у нашего винодела шампаниста Тамаяна Якуванча была машина с госномером 0417. А вот еще одна страничка, помните? Боролись с алкоголиками и пьяницами. Окончилась борьба тем, что у нас в Абрау-Дюрсо повырубали 50% винограда, друзья. Но у нас была еще одна беда. В 2002 году было наводнение, смерть, ураган, и вдоль реки Дюрсо, вдоль долины, там все посмывало, ничего не осталось. До сих пор не выследили, я наверное. Да, окунись, прошлое в детство называется, да? Кристи. Вообще. Потрясающе. Чипристые значки. Или клетина? Что-то агент. Иван Бунин, Александр Медведев. Конечно, все любили бухнуть. Тут и портреты всех, и высказывания всех. По поводу. Если вам эту землю показать в разрезе, получается вот такая вот невеселая грустная картинка. Скала. И он бедный, своим корнем, метров на 10 тянется, туда взять там сортами награда, который потом стал соком, вином и негристым вином. Но в этом многообразии есть нечто интересное. Знакомьтесь, королева шампанского Шардоне. Знакомьтесь, король шампанского Пино Нуар. Карина, в чем он? Вот приезжаем к ним взрослые, друзья, а все сказки говорят, каким поведением. Потом мы проводили трудные работы, потом солдаты спускались под упыль, носилки, лоб, лопата, кирки, и поехали. Летом и зимой здесь температура плюс 15 градусов, плюс-минус градус. Привыкайте. Дальше так же. Это все вход в тоннель, а там подряд один, второй, третий, четвертый, ниже уровня пятый. Дальше современные, их 11. Их построили работники метростроя в советское время. Там лежат 6 миллионов бутылок. Вы их потом посмотрите, только не трогайте их руками. Нет, сударь, 6 миллионов бутылок, в которых налили вино. Добавили дрожжи и сахар, и там процесс производства. Что, сударь? Откапитонировано? Их было солдат много. Им типа заряться было нечем, вот они тогда и строили. В 1891 по 96 год. Дубовая бочка или просто путь. Это дуб Адыгейский, дуб Кавказский. Ему как дубу 40 лет. У них раньше делали и хранили вино. Сегодня у семьи экспонат. То и широко из этих бочек в 1994 году не наливали казаны. Сегодня этот процесс не воспитали тяжелейшим, но особо изысканным, сколько дорогие вина. Ну, считай, святых краснодарского подвала, где приготавливается шампанское. Бутылка уже разбитая. Скоро будем дегустировать, пока экскурсия ознакомительная. Дегустационная будет немножечко попозже. Очень интересная экскурсия, история очень интересно связанная с нашим виноделием. И с выпускным шампанского. История
рождения шампанского у нас в стране. А группу не оставайте, мы уходим в дальний тоннель. Они одинаковые, поверьте. Ну как, ты, по-моему, попала в одно из прекраснейших мест, да, для себя? Мое. Кюми Империал. А где же твой любимый сорт, не могу заметить. Но тут... Какой ваш сорт любимый? У нее Савиньон Блан любимый. Савиньон Блан у нас есть в чистом виде в вине. Вот тут, в подвалах? Нет, здесь нет. А, у нас Савиньон Блан сегодня в шампанском нет. Нас сегодня восстановили, в основном шардоне. А как такое приобрести, а? Попробовать? Это бутылка, в ней вино. Да. Это сахар, брожение. Ага. Ну, тут уже подготавливается, да, шампанское? Ну, получается? Мы говорим, рождается. А рождается. Интересно. Да. А, вот так он, да. Вот они что делают. Осадок собирают, потом вручную открывают и выпускают. Это несколько видов. Сначала лежит так, потом так, а потом так, окончательный этап. Они, уважаемые гости, я сказал, сегодня процесс виноделия идет в бочках из металла нержавеющего. А вот потом, когда сделали вино, то лучшее вино, и лучшего сока, в бутылку. Скромное, в емкость из металла. Итак, мы делаем шампанское из уже готового сухого вина. А вот тут лежит бутылка, значит, там самое изысканное вино, друзья. Кюве – это значит первый отжим винограда, из которого делают самое лучшее шампанское. Второй отжим – это уже другой сорт шампанского. Третий отжим, говорят, что из него не делают, не делают, продают за границу. Продают, распродают тем, кто делает. Самое лучшее, самое изысканное – это называется кюве. Из этого вина, которое тут стоит, потом делаю шампанское. Не превращайте дегустацию в день рождения, это было вам сказано. Ну тогда не присылайте мне ваш компот тут. И везде еще красивые слова, друзья. Синана, может быть, вы нам экскурсию проведете тогда уже? Да. И планеты всей. Дегустация еще не начинается, не переживай. Хватит всем, я думаю. Хватит всем. Ох уж эти подружки. Я причем тебе. О, резервуар. Этот провод надо провести ко мне домой. Он называется по-разному. Бродильное отделение. Там брожение. Или серфинный материал. Вот и все. Мы проходим дальше. Вот и сделайте. Аккуратно здесь полотенце. Еще в каждой партии мы шли по 25 бутылок примерно. Их за один рабочий день укладывают дамы, их четверо, и они за смену перевозят тонн по 12 тяжей, друзья. А получают сколько? А получают 3000 под 40, друзья. Давай. Это полуфабрикат, да? А вот это что такое, я не пойму. Уважаемые гости, открываем еще одну тайну. Время не теряем, друзья. Фотографироваться будем после третьего бокала, хорошо? А пока снимайте маски. Пусть он вам не пригодится. И еще стены белые, да, нужно. Свет приглушенный, мягкий, так нужно, друзья. Девушки красавицы, так нужно, друзья. И мы спрашиваем, что будет. Его глаза, конечно, как угодно, вот так. На фоне белой стены вот так, на свет лампочки вот так. Зачем-то в бокал уплемите, для чего-то от себя отклоните. И цвет его какой, скажите? Золотой. Золотой. Солоненький, чинищный, жирный, камень, прошлый трава, брызг шампанского и утренний соус-лучи. Шар второй, но шампанское. На этом наша экскурсия по грибам Акаурусо закончена. Мы перемещаемся в магазин, потом в прекрасный ресторанчик.
бутылочку шампанского, которая красная, выдержанная. Мы привили, возьмем, мне понравилось. Так, дорогие друзья, процесс пошел, да? Я же сказал, ты разделись против него бокала, друзья. Да, пожалуйста, проходите. Всего доброго. Я выбрал. Давай. Тебе подстать. Да? Да, мне твое. Кажется, что да, твое. Разводил. А сейчас было бы не удивлением, если бы ее разбил, да? Но я бы не удивилась. Оп. Отзовись, гарнисты. Давайте на нее еще работать. Дорогие гости, я спрошу. Ты такой же очень красивый. Кто? Ну красивый или а год? Да. Год 2017, Брют Винтаж. А мы что возьмем? Возьмем Брют Розе 2015, Империал. Не, очень дорогое. Ну и дешево. И вот такое возьмем Экстра Брют 2017. Такой план. И такой возьмем еще. Вот такой и я очень хочу. Мне понравился. Красная полусладкая 17-го года. Оп, Эльяс. Чё, Кристина Ивановна? Мелкие пузырьки. Уходим чем дороже отсюда. Шампанское, чем оно дороже, тем пузырьки мельче. Всё, ищем, вот ищем самые мелкие пузырьки. Вот, и мелкий, игру мелких пузырьков. Видишь? Мы нашли. Всё, забираем и уходим. Это первый сок. На свою дегустацию. Закрытый. Откройте зал для господ. Ну? Почему? А мы хотим туда. Нельзя. А что там за вино хранится? Там винное хранилище. Ну, а что там за вино? Пройдите на VIP-экскурсию и сможете туда попасть. Еще есть VIP-экскурсия, и вон то было винное хранилище для VIP-экскурсии. А нам никто даже не предложил, не рассказал про такое. Следующий заход. VIP-экскурсия. Что это? Стреляться? Зернистая черная корочка, 50 грамм, 300. Которые не бьются, бокалы, 200. Бокалы, которые не бьются, мне они всегда нравились. Мне всегда не нравились. Тебе подарок. Игорь. Это Империал Брют, выгоднее брать его. На сколько выгоднее? 50%. Винтаж. Империал, Брют. Очень удобно. Ну, Новый год впереди. Ты мне... Игорь, тебе брелочек. Подарочек. Штопор. Охрененный подарок. Ручной штопор. Огонь вообще. Я на него засмотрелся, ты увидела, да? Я помню, в суд, когда я приходил, есть колюще, режущее что-то? Нет. Такие, а вы знаете, что штраф за это? Я что, у вас штопор? Я говорю, у меня в каждой сумке штопор. Вот теперь на брелке. Штопор – это неотъемлемый атрибут юриста в любой точке мира. Теперь он еще и открывашечка. Спасибо большое. На здоровье. Очень полезная вещь. Ну что, пьяница. А вы когда? О боже, а вы уверены, девушка, что вы это там выдержит коробка? Если так его дергать, то лучше аккуратно. Чей может вдруг бабахнуться? Ну, не было инцидентов, ну зачем рисковать? Ну я думаю, там узи. Пониже. Но в коробке, если упадет, пониже к асфальту. Дедушка Мороз, пониже к асфальту. Новый год. Так что, какой будем дегустировать? А посними вот, вот этот, ну, подвал, откуда мы вышли, помню. О-о-о! Двери Верховного Суда в таком же стиле, надпись такая. Скоро там будем съемочку проводить. А Верховный Суд тоже в бункере находится? В катакомбах. Там медные, огромные. Прям в горе, видите? Прям в скале даже. Камни. А фоточку, сделай фоточку, там видно. Команда, давай. Осторожней. Это легендарный фильм моего детства. Я его смотрел, наверное, 500 раз. Что еще тогда в 90-е показывали? Это команда. Страшно.
ты с базукой? Ну, как, ты все-таки не захотел, да? Грузись. Классная машинка. Грузись. Берем. Смотри, она такая. Все, Игорь, я точно знала, что ты устанешь. Тут шторки есть. А такая... что там за мать? Такая милота. Я не знаю. Игорь, ты нашел свой подарок? Дедушка Мороз тебе оставил. Ну, я же себя хорошо вел, он должен быть. Ищи, ищи. Ищи под елочкой. Что? Дед, я так и не пойму, я себя хорошо или плохо вел. Себя я думал, я заслужил это, как знаешь, в Формуле 1 выигрывать вот такую бутылку шампанского открывать, потому что за этот год у нас столько побед было, просто еще столько будет. Дедушка видит справедливость, дедушка видит правильные вещи. Назовем его дедушка. Поэтому у меня такой подарок, еще много всяких подарков еще предстоит, я уверен. И перед Новым годом. На прекрасной ноте заканчиваются наши выходные, к сожалению, впереди. Перелеты по стране, много судов очень классных, очень знаменательных. В Верховном суде, в Красноярском краевом суде, в Первом кассационном суде, в Восьмом кассационном суде, в Пятом кассационном суде. Видимо, до Нового года отдохнуть уже не удастся. Тут очень прекрасно. Браудюсо всем рекомендую. Посмотрите, какая красота за спиной. Скоро много нового материала вам опубликуем. Как всегда говорю, жаль, что все не публиковать, все кейсы физические, видео только просто нет возможности, но будем стараться для вас снимать самый эксклюзивчик. Всем хорошей рабочей недели.